Здравствуйте, дорогие друзья! В 1920-30-е годы молодое советское государство много сил, времени и финансов тратило на ликвидацию безграмотности среди детей и взрослых, потому что понимало, что только так можно построить собственную промышленность. Об этом рассказывает архив учителей Ларионовых, который хранится в Музее просвещения. Смотрим! Одно из последних поступлений в Омском музее просвещения – это архив удивительных омских педагогов Ларионовых. Одна из представительниц семьи Ларионовых, Зинаида Павловна, всю свою жизнь посвятила работе в школе, но не в школе для детей, а в школе для взрослых, ликвидируя неграмотность в нашей стране. На новой экспозиции нашего музея представлены документы Зинаиды Павловны, в том числе грамота, которую она получила в 1939 году за успешную ликвидацию неграмотности среди взрослого населения Омска.